Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство TCL10 SE. Сейчас я покажу вам, как кастомизировать ваше устройство. Смотрите, я покажу вам свое видение кастомизации этого телефона. Для начала предлагаю вам установить какой-то любой, абсолютно любой лаунчер. Например, Apex. Apex Nova. Что вам угодно, что вам только нравится в большей мере. Вот Apex Launcher 10 лямов. Скачивание. Вот есть какой-то Apex Launcher Classic. Но мы это упустим. Он нам не нужен. Нам нужен обычный Apex Launcher. Launcher Loven Chair. Кстати, тоже идеальный лаунчер. Причем бесплатный полностью. Вот рекомендую. Два. Есть первый. Вот. Лаунчер 2. Великолепный лаунчер. Просто шикарнейший. Рекомендую к использованию. Так, открылся у нас Apex. Допустим, мы сделаем его сейчас стандартным. Всегда. Apex Launcher всегда. Подожди, я не выбрал его, по-моему. Всегда использовать для главного экрана. Выберите свой стиль ящика, вертикальный, горизонтальный. Это не важно абсолютно. Вы там себе бесплатная пробная версия, вы издеваетесь. Ладно, потом. Лучше, короче, использовать самый обыкновенный лаунчер. Короче, затем нужно будет установить приложение, которое называется Magic Fluids Free. Ну, вот так вот. И качаете его, он мне скачет, поэтому я его открываю. Затем в нижнем углу нажимаете на вот эту вот кнопочку и нажимаете Satisfy Wallpaper. Нажимаете выбрать, главный экран. Готов. Теперь возвращаемся назад. И как мы видим, у нас вот такой вот интереснейший эффект получился. Но, как видите, он в негативе. По какой причине? Потому что мы установили именно Apex Launcher. У него есть такая вот особенность. Все переводить в негатив. Давайте мы попробуем то же самое сделать с лаунчером. Лаунчер предоставляет отдельные возможности. Кстати, советую использовать лаунчер именно. Как мы видим, у нас абсолютно тот же эффект. Но теперь смотрите. Теперь мы можем открыть наш с вами великолепный Magic Fluid 2. Где он только? Давайте найдем его. Быстренько. Вот он. Смотрите, давайте еще раз нажмем на Set My Wallpaper. Вот по какой-то удивительной причине он нам делает все серым, да не важно. Давайте попробуем какой-то другой эффект выбрать. Во. Выбрали другой эффект, все нормально теперь. Выбираем его, нажимаем главный экран и возвращаемся на рабочий стол. Лаунчер используем всегда. И теперь смотрите. Мало того, что у нас другой лаунчер. Кстати, давай переключись на мой лаунчер. Вот, мало того, что у нас другой лаунчер, то есть мы совершенно по-другому сейчас пользуемся, взаимодействуем с нашим интерфейсом, так у нас еще и установлен великолепный Magic Fluids, который работает просто прекрасно. Вы просто посмотрите на это, посмотрите на эти эффекты. Посмотрите просто на них, ух ты. Это просто что-то невероятное. И выглядит просто шикардосно. Это один из видов кастомизации. Это лаунчер плюс какие-то прикольные, крутые живые обои. Ну, давайте я все-таки доделаю это все. То есть, что сделаю? Зайду в приложение. Лаунчер сделаем. Видим, что у нас есть и что у нас полностью функционирует. Поэтому мы нажимаем приложение по умолчанию. Рабочий стол. Вот главный экран. И выбираем лаунчер. Он просто хороший, он простой и безопасный. Поэтому мы выбираем именно его, но все-таки хочу Magic Fluids другой установить. Давайте посмотрим, что у нас есть. Кстати, между прочим, покажу вам. В Magic Fluids вы можете зайти в настройки, выбрав settings, и, посмотрев рекламу, выбрать одну из целых 50 новых каких-то других видов Magic Fluids. Это на самом деле очень интересно выглядит. А давайте теперь попробуем эти обои установить. Выбираем Set as Sleep Wallpaper, нажимаем выбрать, главный экран, и теперь смотрите, теперь просто наблюдайте.
Почему-то он не применился, это очень странно. Давайте еще раз попробуем, последний раз. Set as life wallpaper. На оба давайте поставим его. Ну, как мы видим, у нас что-то ничего не применилось по какой-то удивительной причине. Но, наверное, просто нужно перезагрузить телефон, сейчас этого делать не буду. Вот в этом как раз-таки я хотел сказать, что самая главная проблема вот этих вот дополнительных Life Wallpapers, потому что они могут иногда выбрасывать какие-то непредвиденные ошибки, которых, в принципе, быть в теории не должно. Но есть возможность кастомизировать ваше устройство более интересным и экзотическим образом. Тоже, конечно же, с помощью отдельного лончера, но не обычного, а лончера в стиле MIUI. Смотрите, Poco Launcher пишите, Poco Launcher, вот, и у нас будет Poco Launcher 2.0. Вы можете превратить свой TCL 10 SE в телефон Xiaomi. Многие из вас скажут, что зачем оно нужно и кому оно нужно, но скажу вам честно, очень много фанатов есть дизайна именно телефона Xiaomi. И с этим просто нельзя поспорить, потому что они пытаются накатить на свои Samsung, Huawei, MIUI. И, кстати, я их тоже могу понять, потому что прошивка у них действительно красивая. Совсем абсолютно соглашаемся. И смотрим, что наш лаунчер... Ой, я опять это включил. Боже, ладно. И видим, что наш лаунчер превратился теперь в Poco Launcher, который выглядит немного иначе, использует Xiaomi-шные иконки и отправляет нам Xiaomi-шные сообщения. И, кстати, между прочим, он достаточно плавный. Это очень радует. Давайте разрешим кое-что. Давайте, во-первых, доступ к уведомлениям разрешим. Poco Launcher, вот он. И смотрите, что у нас будет. Он будет запускать наше же стандартное приложение через себя. Он поддерживает в себе элемент очищения оперативки, что тоже иногда очень важно. Ну, в общем-то, таким вот образом можно кастомизировать абсолютно все на самом-то деле. Абсолютно любой телефон Android. В этом фишка Android-телефонов, что можно установить лаунчеров сколько хочешь, менять иконки приложений, добавлять, скрывать какие-то ярлыки, если это поддерживает лаунчер, который вы выбрали. В принципе, делать можно все. Перед вами открываются невероятные возможности Android. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!